Шкляны шар – турнір па боулінгу. Пад такой назву першыню прайшоў Магілёве. Удзел у ім прымалі студэнты вышэйшых навучальных установ абласнога цэнтра і прымеркавалі яго да 15-годзя Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы. Каб достойно представить свою установу на турниры, студенты спочатку проводили спаборництвы у своих коллективах. А сегодня это уже турнир городского масштаба. И он объединил студентов разных навышальных установ. Студенты, в принципе, они собираются и вместе на разных мероприятиях и акциях. А в данном случае мероприятие как бы позволяет им немножко отдохнуть, раскрепоститься, пообщаться. Но в то же время они опять же все вместе, все друг другом. Усяго у турнира удельничали 8 команд по 4 человеки. Правда, была и одна особливо заметная, бо складалася только с хлопцев. Это команда института Министерства внутренних справ. На их думку сябровства – головная каштовность. Отбирали по критерию курсов. Первый, второй, третий, четвертый, для дабы сплотились все. В нашем деле это, пожалуй, одна из главнейших критериев. Весь коллектив должен быть сплоченным и нести друг за друга ответственность. Конечно, все команды сподевались на перемогу, хотя каждый из удельников признается – новые знакомства – огульный приз для всех. И в своем институте сблизиться, и сюда приехать тоже пообщаться с другими институтами, посмотреть, какие там есть ребята. Вот. И я считаю, что это очень полезная практика, потому что в последнее время очень мало было таких, на самом деле, мероприятий. Ну, летом, естественно, все отдыхают, все разъехались. Вот. И это позволяет новоприбывшим друг с другом пообщаться, познакомиться. Вот. И институтом, опять же, поддерживать связи, контакты и среди БРСМ. Опять же, находить новых коллег, новых товарищей, по духу близких людей. Вот это, я считаю, очень важно и нам сейчас необходимо. По выниках турниру лепшими названы две команды – студенты Белорусско-Российского университета и Могилевского державного университета имя Аркадия Куляшова. Яны и поделили первое место. Наталья Юдакимова, Александр Артемьев, «Новины региона».